Друзья, всем привет! Ну что, мы находимся в Волмарте, и вот представляете, вот июль, да, вот сейчас июль, и только сейчас начали требовать, чтобы обязательно были маски, то есть, по крайней мере, вот это во Флориде так. До этого не было, то есть, вот только сейчас обязательный вход в магазин Walmart, только с маской, вот, как интересно. Ну что, я же остался один в городе, вот, жена уехала на работу в Атланту. И первый раз я стою с двумя детьми, один вообще на какое-то такое продолжительное время. Так вот, что интересно, думаю, ладно, сделаю я себе апгрейд, да, куплю некоторые вещи, чтобы можно было на океан удобно ездить. Смотрите, что я купил. Купил вот такую тележку, чтобы не брать коляску, и, в принципе, мы в нее все погрузим. И купил вот такую палатку. Палатку я видел, вернее, это тент. Вот вы, может быть, видели видео, мы один раз с друзьями приезжали, у них был большой тент. Вот, взял я такой тент, чтобы мы могли совершенно спокойно там гулять сколько хотим, чтобы не было жарко. А для Евы в бассейне купаться, да, вот взяли такую масочку. Она тоже у девочки одной видела, попробовал, ей очень понравилось. И вот в таком виде мы ходим в Walmart, смотрите, наша принцесска. Даже у Тимошки есть маска, но он ее сейчас в данный момент снял. Вот, ну в общем, закупились, сейчас едем на океан, в принципе, 10 утра, мы прям вот, можно сказать, раненько достаточно. Вот, так что... Едем на океан с обновками. Ну вот интересно, тент нам обходится $40. А тут где? Где тут? Ага. Тент $40, а тележка аж 70 почти. Ну и очки 10. Так, ну собрал я нашу тележечку. Вот смотрите, какая она получилась прикольная. Причем у нее здесь есть сбоку кармашки. То есть можно здесь положить всякие вещи, тут кремы. От загара кремы, там еще что-то, ну, тапочки тут нарисованы на картинке, и все что угодно. Вот, тут ручку регулируется, видите, в разные стороны ее можно так двигать, по высоте она регулируется тоже тут. Ну, в общем, такой на самом деле классный. Потом он сворачивается, очень удобно тоже. Ну, в общем, прям здорово, сейчас загрузим ее. Ну вот, получилась у нас вот такая конструкция. Смотрите, сюда я там памперс взял, поменять его. Там водичка у нас есть, вот отпрыскиватель. Тут все, палатка наша, тент, наш стульчик. В общем, красота. Сейчас мы тут настроим по длине. Прелесть. Они, детки в клетке. Ну-ка. Да, все, поехали. Смотрите, как здорово. У-ху! Главное, чтобы не выпали. Ага. Колеса достаточно большие. Наверное, все равно по песку будет тяжело, я думаю, ехать. Но с другой стороны, то есть, все равно классно. Так, ну что, мы устроились. Вот наша палаточка. Шатер. Наша тележка. Ну и, в общем, все классно. Стульчик. Тут у нас, мы нашли такое место классное, где есть маленький лягушатик. Вот такой. И мы вот в него уже несколько раз приезжаем, здесь много маленьких деток играет. И вот наша Тимошка, Ева тут ему интересно. Вот, в общем, классно. Понедельник, а людей хватает все равно. Сейчас сезон отпусков и карантин все-таки еще продолжается у кого-то. Вот, в общем, здорово. Друзья, все было так хорошо и так чудесно, а теперь смотрите, что творится. Сказали срочно всем выметаться. Короче, проехала машина, говорит, уезжайте, электрический шторм идет. Вы посмотрите, что творится. Это просто жесть. А люди некоторые только пришли, да. Ну, короче, понял я, что я могу быстро собраться, кстати. Вот достаточно удобно. Ну все, убегаем, потому что надо тут успеть добежать, потому что реально... Тимош, ты посмотри, что творится, да? Да, вообще бардак. Короче, народ убегает. Как только можно. Поднимается ветер. И уже начинает капать. Тимош, чуть-чуть. Все, вы посмотрите, что происходит. Вау, начинается паника. Дети начинают плакать. Просто жесть. Главное успеть добежать до машины. Гардей. Держи гепку.
В общем, ой, в общем, ветер сдувает кепки, все сдувает. Народ убегает как может. О, все, успели в машину сесть. Ну, я вам скажу, мы еле добежали. Смотрите, что за окном творится. Фу, собственно говоря, вот сели. Вот, смотрите. Это просто жесть. Просто ниоткуда. То есть мы видели там что-то где-то далеко, как-то это. А потом то ли ветер в нашу сторону подул, то ли что, прямо разом налетело шквалом просто. Вау. А я-то думал, мы сегодня так классно наладились, думаю. Тимоша, наверное, поспит на пляже, и мы там останемся до вечера. Куда там? Ну все, ладно, ладно, классно. Тимоша тут дома поспит. Короче, приключения, да. Еще без мамы. Напряжно все это одному делать. Ладно, едем домой. Ева говорит, папа, даже не вечер сейчас, час 30 дня. А говорит, посмотри, как темно стало, как вечером. Ну реально, да. Друзья, вот это Флорида. Это Флорида во всей ее красе, она такая. Класс, в принципе, что, приключения. Единственное, что все мокрое и грязное. Ну, домой придем, просушимся, нам что. Тимоша, он в восторге. Вообще, типа, что такое происходит интересное? Ев, ты как? Ей страшно. Ну, не бойся, все, уже в машине. Что, сейчас уже не страшно. Ой, да. Вот, и смотрите, сразу что-то аварии начались, какие-то проблемы. Полиция поехала куда-то. Скоренько. Ну, понятно. Тут, конечно, сейчас будет много беды. Мы приехали в гости, и вот нам выделили такой транспорт. Так, друзья, ну вот пришли мы в гости. Мы... Это твоей маме что попало, а то скажешь, а где же? Это... Друзья, мы пришли в гости, мы в этом доме уже были. Я делал это видео. Что классный дом во Флориде. Короче, посмотрите, будет ссылка в описании. Вот, и мы сейчас вернулись в гости, поскольку мы здесь находимся, в Джексонвилле. Вот, и решили прийти навестить. И посмотрите, как эти девчата похожи, как будто две маленькие сестрички. Две блондинки. Да, скажите привет! 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 Скажи привет! А тут еще маленький блондинчик сидит тоже. Вот, короче, все блондинчики собрались. Причем, что интересно, ни мама не блондинка, ни я не блондин этих двоих товарищей. Пришли в гости и общаемся. Мы долго не виделись, и очень классно. Друзья, вот так вот. Так что цените своих друзей и ходите друг к другу в гости. Такая вот мораль.